Торжества, посвященные празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Ангарске пройдут на 7 площадках. Подробности мероприятия обсудили накануне на заседании оргкомитета. Главный городской парад начнется в 11 часов на площади имени Ленина. Для встречи ветеранов школьники выстроятся в коридор почета, а доставлять героев войны на праздник будет народное такси. Торжественное шествие завершится большим концертом. Горожане, которые не смогут приехать в центр, отметят праздник в других районах Ангарска. Праздничная программа в 14-м микрорайоне на территории ДСААФ будет проходить с 12 до 15.00. В парке строителей будет работать тематическая площадка «Майский вальс» с 16 до 19 часов. Очень серьезная будет программа проходить в парковой зоне Дворца культуры «Современник». Она начнется с 12 часов. Начнется она праздничной концертно-развлекательной программой на привале. Затем ее сменит тематическая танцплощадка «Победный вальс». На смену этой тематической площадки придет праздничный концерт «Победы верные сыны». Концерт будет проходить уже на парапете Дворца культуры «Современник» до 23.00. И в 23.00 для всех жителей Ангарского городского округа будет на этой площадке фейерверк. Репетиция парада Победы состоится 5 мая. В связи с этим в пятницу движение на городской площади будет перекрыто с 13 до 17.00.